Здравствуйте! Сегодня я вас научу формировать перец, как правильно это делать, чтобы получить как можно больше урожая. Итак, правильная формировка, как и где удалять пасынки и обязательно надо убирать коронный цветок на перце. Если вы не удалите коронный цветок, урожая вообще не будет. Это стопроцентно проверенный способ Так, Итак, давайте начну с того, как правильно формировать. Вот видите, я жду до того момента, когда куст сам сформируется. То есть тут, видите, 4 ствола. И на каждой развилке у нас а, мы проверяем коронные цветы. Вот здесь нету коронного цвета, но на развилках а, цветы можно убрать. Потому что именно на развилках они будут тянуть в себе весь сок, и верхние а, цветочки не будут развиваться. Поэтому вот, видите, развилка. Здесь можно удалить цветы. Вот главный. Вот это был коронный цветок. Все-таки нашла я его. В чем же опасность коронного цветка? Дело в том, что вот этот коронный цветок, он главный на развилке и он тянет на себя все соки, а верхушка при этом не развивается. Это мной проверено уже, потому что я оставляла коронные цветы и вот один перчик растет, а остальные, знаете, такие маленькие-маленькие и нет урожая. Все пасынки, которые образуются ниже развилки, мы удаляем. Все прям удаляем. И держите вот это вот. А, тут у меня 4 развилки, да, бывает 3 развилки. Чуть позже я покажу, как 3 бывает. Кто-то ведет 2 ствола, кто-то ведет в 3 ствола. И вот этим развилкам я даю ветвиться. Вот видите, от развилки пошел пасынок, его тоже удаляем. То есть оставляем вот развилочку. Развилочка может разветлиться, но если она разветлилась позже и на ней нету цветов, ее можно смело удалять. Потому что перцы не успеют на ней созреть, давайте второй кустик сейчас покажу. Вот тут смотрите: тут развилка, и все ниже пасанках Видите, какие пасынки большие, а пасынки не дадут верху развиваться. И Видите, они не дают верху развиваться, и все вот эти нижние пасынки вот смело не бойтесь голый ствол оставляете внизу и все прям нещадно удаляете. Оно совершенно не нужно и будет мешать росту самого перса. Если вы хотите, чтобы в августе у вас были уже спелые, видите, коронный цветок. Вот он, он на первой развилке. Я еще ставлю фото и покажу, как это выглядит, если вот непонятно. И вот еще один коронный цветок. И вот эти цветы на развилках. Тут две развилочки. Вот они, цветочки. И давайте еще один куст. Вот, видите, коронный цветок у нас образовал плод. Ну и остальные лезут. И этот а, коронный цветок он забирает на себя всю силу. вот о чем я хотела вам сказать, не доглядела да, но и не даст остальным пицца вовремя созреть. Поэтому вот этот перец, который уже висит, не жалейте его, удаляйте смело, он тянет на себя все соки и пока он не созреет, остальное не будет ничего спеть. Удаляем перчик, насыпываю или еще на что-нибудь. Все, вот тут у нас три развилки, даже четыре. И отличные завязи. И будет отличный урожай. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.